Я, блядь, пять раз Зашил. проверил, блядь, и все время вроде ЕС стоял. Так, а где-то я тебя не вижу. Меня грузится. Ага. Так, ладно, пойду собирать, а то сейчас ночь начнется, пизда будет. Хотя можно перезапустить, если что. Ну-то ночь не выживем. Нам бы ночь придержаться и день простоять. О, костер уже могу сделать. Нужен топор. Это вы, правда, черно-белую хуйню? Почему черно-белая? Вообще-то она цветная. Ну, наркоманскую, в смысле. Ну, есть немного. Пиздец немного, она сильно наркоманская. Нормальная игра, не пизди. Ой, я нашел мотыгу, какой-то труп нашел. Это стиль такой, Дима. Многим нравится. Ты убежал, да? Ебать, тут камни какие-то лежали. Я не говорю, что она плохая, я говорю, что она наркоманская. То есть выглядит странно. А ты где? Где ты появился вообще? Ну, для этого убежал, наверное, мы в одном месте, по идее, должны появиться. А, ну, подожди, подожди. Ну, я вижу, ты бежишь, он там. А, вижу. А ты за тёлку зашёл? Она пиздатая, она когда, короче, огонь горит, она, типа, майнд восстанавливает. Тут фишка в чём тут, короче. Нам нужны камни, чувак, срочно, чтобы взял топор и нарубить это. Я за первого играл за это, он просто с ума сошёл, и всё, блядь, меня убила тень какая-то. А вот этот робот, я почитал, он походу, типа, когда будет дождь идти, у тебя будет ХП отниматься, короче, да? Типа, он же электрический, его вода это разрушает. Так, все еще нужен топор. А как инвентарь? Что-то забыл. А, вот он, топор. Да. Так, надо быстро рубить. Кстати, вы там ссылку мне скиньте на эту херню, хоть поставлю ее. Сейчас Дима скину. Так, чувак, сейчас собирай траву. Сейчас ночь настанет, пизда! Скинул. Угу. Так, надо костер замутить. Пожрать. Так, все, далеко не отходи, костер замучу. У тебя кремний будет, не? А, мне не хватит, не надо. А, бля, не получается, а что такое? Да еще долго, смотри, красный это вечер, а это ночь. Так, нужно три травы и два дерева. Ой, давайте, господи его. Надо место хорошее найти, где базу будем строить. Да. Удобно было ходить везде. Давай быстрее, блядь. Она типа переманьячка, когда огонь горит, она типа, блядь, это радуется сильно. Раби. Маленькие деревни стресс не рубить, за них шишки не дают, они потом не восстановятся. Надо пожать новые, чтобы ресурс не кончился. Так, ну тут замутим костер. Да еще ночь не скоро. Ну как будет, как потемнеет, так сразу замутим. Тут посмотрите, эти придут пидоры, тени эти. Я просто с тени убила. Тень может убивать только когда ты с ума сошел. А так она тебя не может, только пугает тебя. Ну не знаю. Ну меня что-то убило, тем не менее, ночью. Когда у меня костра не было. А, ну да, то есть это типа быстро сходишь с ума, если у тебя, короче, в темноте стоишь абсолютно. Ты шишки лучше тут не сажай, или кто знает. Разница, сразу пускай растут новые деревья. Ну просто я где-нибудь около нашего дома лес посадить. Я сейчас так и сажал. Их всегда можно дохуя достать. А так сразу новые вырастут деревья. Надо ловушки на кроликов, еще жратву. Ставь костер вот здесь, чувак. Сейчас потемнеет уже. Маленький став, большой не став. Да, мне на большой не хватает. Опа, пацаны. Так, тебе нужно эти дровишки подкидывать, не забывать. Подкинь дровишки. Да, посильнее. Так, сейчас я подкину тоже. О, наверное, из камфы выхожу. Уходи. Если что, зайду опять. Я смогу это сделать. Давай. Я теперь ее вижу. Пока, Дим. Надо, кстати, постоянную канфу сделать, да и все. Пей там ликерчик. Ликерище. Так, у меня шишки, значит, давайте. Он паук, чувак. Ну нахуй. Сейчас завалить его. Кореша, его кореша, блядь! Пизди, пока не за мной гонится, пизди его в спину. Пока его бьешь, он не будет драться.
Блять. А, чувак, спасай, сейчас нападет. Ой, меня ебанули. Костер его нахуй. О, все. Бля, сгорелся, бля. Я даже не мог заебаться. И превратился в этот... в пыль. Я помню, что это самое, лес сжёг. Освещал. Ёлка поджёг, и лес сгорел, к хуям вниз. А здесь надо, кстати, сжечь, чтобы так уголь получается. Так. О, блядь, это ништяк, кстати, получил. А, я взял. Так, нужно идти место искать. Нужно где, чтобы это камни были близко. Надо, чтобы близко всё. Были кроликов много. Они заебись жрачку дают, ловушки. Так, мне нужно камни. Мне топор сломался. И зима, когда наступит, короче, кролики, они всегда, типа, бегают. А это, растительная пища зимой не растет, короче. Mm-hmm. А пчела напасть может? Может, если будешь, блядь, выебаться. На. Или на нее. О, еще. А, гнива это или как она. Оп. Оп. Ой, ебать, тут дорога пиздатая. Специально выложена из камня, покинь. Ну да. Тут дорога есть, через всю карту идет. Вот здесь вот кролики есть, я вижу, по крайней мере, один. Да, я там видел, там, ну мы как раз около кроликов тусуемся-то, на самом деле. Нам нужно большое кроличье угодье, чтобы у нас сюда жрачки было, блядь, дохуя. Чтобы мы с голоду не сдохли. Потому что если зима придет, мы уже потом не поворачиваемся еду. Ну вот здесь вот есть как минимум. Да, давай вот здесь где-нибудь рядом строить. Так, надо кирку. Я кирку с трупа какого-то подобрал. Сейчас поисследуем. Ну что ты не бежишь? А что такое? Какой-то посох нашел. Аркопье. Посох с глазом какой-то. О, блин, у меня какая-то хуйта кинулась. А, типа цветка бежит. Давай поаккуратнее. Только они сейчас дашь. Ебать. Че она хочет? Сука, отстань. Да я съебу. Я, сука, не отстает. Убегай дальше. Я бегу. Ля-ля, какой-то тетерев бегает, жрет ягоды. Сука, блядь, пидор, оставь ягоды, блядь. Блядь, тут хуй-то не отстает, покинь. Он еще и догоняет. Давай, я помогу тебе убить, иди ко мне. Будешь убегать, я буду бить по спине его. Так, я возле нашего костра. Ты далеко оттуда? Ну, я бегу туда. Вот здесь будем, по-моему, чувак, где-то строить. Ну, блядь, тут кроликов сколько. Бля, тут какая-то это... Это... По-моему, она не враждебная, чувак. Да? Да. Это чемодан передвижной, ебать. Да? В него складывать можно. О! Типа как собака, чемодан, ебать. Откуда он взялся? Я думал, да, это монстр какой-то. Он за тобой бегает. Он типа двой твой чемодан, можно в него складывать. Прикол. А я не понимаю. Я аж подосрал. Так, где-то, говоришь, строиться будем? Да вот здесь, где-нибудь, вокруг вот этого вот луга, короче. Сейчас подожди, еще пока не строюсь. У нас еще время есть, у нас еще полдня. Да. Я как раз на крутой костер наберу. Надо вот здесь исследовать. Вот видишь, вот это поле, это вот источник пищи нужно будет. Да, надо нужно как-то это самое сделать. Эти. Как он называется, блядь? Ловушки для зайцев. Да, они легко делаются из травы, по-моему, и веток. Смеркалось! Да. Прикольный чемодан. Он что-то сверху побежал на меня. Ну, ты ему понравился, короче. Это твой бобик будет, да. Бобик-босс. О, там что такое стоит, блядь. Ой, ебать, какой-то монстр сидит в этих кустах.
Ладно. Тут я знаю, какой-то еще свин есть. Гигантский такой лежит. Ну это король свиней, типа. Да, да. Есть свиньи. Смотри, чтоб там с голоду не сдох. У тебя вообще надо есть? Ей надо. Ну я тут насобирал травы какой-то. Травой питаюсь. Так, что, я думаю, костер, наверное, забацать. Иди сюда, чувак, думаю. Здесь будем расстроиться сейчас. Так, это где? Я такое сам не очень понял. Ну ладно, вот здесь, наверное, выше попробуем построиться. А я тебя не вижу. Наверх иди по дороге. Вверх налево или направо? Ну, по дороге вверх, я прям это, налево. Угу. Не, подожди, в этот день тоже не будем строиться, потому что я еще не решил, короче. Тогда организуй там костерчик. А, вот вижу тебя. Тогда маленький костерчик сейчас. Давай, я вижу, кину. Гори, гори, ясно. А чтобы не погасло. А что вот это интересно такое? Ты забрал? А что ты выкинул? Да какую-то попалку с глазом, посмотри. Видишь? Эй, Бон, костяной глаз переводится. Сексмайн. This is Rus Ister. Положи его своего чувака. Давай. Чтобы он место не занимал. Маленький пик the bush hat. Ой, ебать! А че такое? А, это ты эту взял? Шапку? Да, это сделал. Ты типа. Ой, блять, надо валить отсюда. Ай-яй-яй. А это твой заснул, прикинь. Да. Он спит вон. Боже ты. Где дерево? Летебался. Киркой получил два раза, поебал. Ой, ебать, я маскируюсь, блять. Нихуя себе. И что сделать, блять, чтобы выйти? Все хорош. А, снять типа. Это типа маскировка, ебать. Офигенно. Попробуй, бери. Не, нифига. Он тебя толкает, видишь? Какая мне прическа, роковая женщина. Night Min. Так, чувака, тоже руду посложу. Блин, надо пожрать. Трава какая-то. Эй, траву забирай. Траву жру, и у меня мозги уменьшаются. А у тебя есть какие-то особые свойства этого чувака, тебе надо было почитать. Некогда было. К примеру, у этого, чего самого первого, у него борода растет, только бреешь его, блядь, во волосы получаешь. Но он вообще не очень самый первый, на самом деле. А вот этой бабы заебись. Можно поджечь лес, короче, восстановить, типа... Че, пойдем выше? Не-не-не, вниз, наверное, хотел сходить. Я просто тут-то... Так, а, да-да, я камушки дополучил. А где этот самый, ля, а чё, он уснулся там, что ли? Ля, собачатина. Ну, блядь, я так у тебя оставлю все, а ты, блядь, сдохнешь где-нибудь. Да я заберу. А него у тебя бегает. Ладно. Я тут вниз поворачиваю. Опасная эта собака, на самом деле. Вот здесь будем, наверное, делать. Я решил. Сейчас ты сразу... Ты порешал. Ну иди сюда, я тебе сразу покажу, чтобы ты знал, куда тебе возвращаться. Дай камней, кстати, камней не хватает. Все, да. Так, от костра ты далеко? Что-то я не вижу. По дороге, да? Я... Включаешь карту, там такая красная пимпочка, типа яма такая. И от нее вниз прямо в этот в лес я... зеленый. Ага. Дорога тут налево такой изгиб делает вниз, короче. Я там в лесу врублю.
Вот я вижу, ты бежишь. Вот здесь, дай мне. Так, где каких камней? Флинт есть, обычный. Рок. Рок, рок. Держи. Ёлку сразу. Да, большие елки посрубим. Вот теперь можно насажать. Теперь надо золото на машину найти. На это, на... Золото у меня два штуки есть. Это золото? А, нет, это чё. Это этот... Какой-то серо, что ли, или что-то там. Нужно золото искать, короче. Беги там, где мы еще не были, ищи золото. Еще время есть, успеешь вернуться, если что там, ничего страшного не придет. Так. О, вижу руду, чувак, все, заебись. Только у меня кирка одна, ладно, сейчас. О, золотая жила. Ну, иди сюда, сразу с золотом, там, сразу машину построим. Сейчас мне нужно сделать опять. Так, есть. Блять, некуда положить-то, я по твою мать. Палки нахуй. Еще одна. Ну нам одно то может. Потом его некуда девать просто, так что особо не добывать. А мы это самое сделаем. Как его? Чемодан? Чемодан, да. Ну сделаем-то сделаем, но это будет не скоро. Но еще исследовать надо. Дождь, что ли, начинается? Ты прибежал? Сейчас беру. О, ништяк место, сразу и камушки недалеко. Мы нашли место своей мечты. Угу. А ты еду, кстати, жаришь на костре, не? Нет, я сырую жрю. А как ее жарить? Типа на костер наводишь. А, нихуя себе. Ну сам построишь, давай я построю, давай, золото. На. Вот здесь, где я стою, надо построить. Так, а что там... И что, он больше ест, что ли? Ну, больше дает, наверное. Так, мне не хватает камней две штуки, да? А, дай мне камни. Не, держи камни. Елка такая выросла, увеличилась. О, вот она. Так, чё можно сделать? Доски нужны. А, точнее, доски можно сделать из дерева. Это что такое? Телтерхерт какой-то. You blood revive the good. Из говна можно сделать какую-то хуйню. Ловушку, что ли? Можно сделать, смотри, рюкзак сзади, видишь? Дополнительные 8 слотов. Это ты как сделал? Это вот там, где петля, короче, там вниз. Бэкпэк называется. Бэк. А у меня нет такого. Должно быть. Здесь сделай мне. Реально нету. Во, листается. Все равно. Ну бля, я сделал уже, вот. Все равно. О, благодарствую. Так. Так. Лопату ищу. А если вот эту пожарить? Ягоды. Бля, реально жарится. Там джем получается, как ты жаришь. Так, что еще могу сделать? Так, я доски хотел. А что доски не делал? А, это сундук. О.
А тут что это такое? Ебать, какая-то темная ночь, блядь. Надо подкинуть. Я веревку скрафтил. Хо-хо. Темная ночь! Только что-то там по степи. О, ништяк. А у меня есть зажигалка, прикинь. Без, да? Без халявный огонь бесконечный. Ебать. Ты, типа, читер! Это ей дается, типа, потому что она переманечка. Так, я лопату тоже сделал. Семечки давай. А, что такое? Какую-то вилку сделал. А, вилы? Спасибо, вилы, интересно. Они землю переносят, типа нажимаешь на землю, они кубик земли приносят. Я, правда, не знаю, зачем это надо. Ну, типа... Не знаю, зачем. Ладно, так. А ты ловушку сделал, да? Да, поставил там около норки. А как она делается? Ну, там, посмотри. Лассо. А, во. Что фигня? Трап. А, два прутика надо, нету прутиков. А нету, совсем нету прутиков. Ночь! Мы уже выживаем вторую ночь. Третий день, вон написано. Есть такая хуйня. Хотя, в принципе, пускай. Опа. Пеньки, типа, выкорчевывать? Да, типа, чтобы они не оставались. Да все можно поворчевать, не только пеньки. Можно траву переносить, типа. Тебе нужно, типа, травы на дыху набрать. Чтобы рядом с тобой росло. Ты бы надел трэпов, поставил бы на кубик. Хотя, блин. Сейчас я вот их пес за прутиками пришел. Они-то их там дохуя наверху. Все, наебашаем. Прикольно, елка такая хуяк засохла. На глазах. Ага. Птички поют. Да. Ночью страшновато бывает, особенно когда один играешь. Такие тени всякие, короче. Так. Мы как на кролика будем охотиться. Сосна. Такая сосна. Я, кстати, играл в какой-то типа более позднюю версию. Там, да? Типа DLC, что-то с гигантами с какими-то. Там так, побольше все добавлено. О! Блять, топор сломался. Кролика поймал, трап твой. Я его вытащил. Так, сейчас я себе тоже наделаю. И раз. Два. Все, два трапа. Ладно, сюда поставлю. Он, кажется, кролик лазит. Оп. Так, где-то еще видел норку. Вот он. Так, и теперь займемся лесопосадкой. One less tree in the world.
Ничего не сажайся. На, еще посади, чувак. Давай. Я вон выкинул 29 шишек. Посади вот с этой стороны, да, побольше. А там их вырубали. Что в одном месте все росло. Сильно близко тоже не сажай. Может, они будут из этого слабее расти. Да не, они так же будут. Будет мега густой лес. В котором заблудятся все, кто можно. Ночь, опасность. Надо немножко от... Ух ты, ёб твою мать. Стемнело-то быстро. Во. Так, что у нас есть из жратвы? Есть кролик. Ой, сейчас кролика пожарим. Зажарил. Не сильно много он и восстанавливает голода. Ну да. А шишки пожарить можно, интересно? Не, нельзя. Шишка как это идет в печку, как дрова. Ебать он голодос вообще. Угу. Не, не укормишь. Тут прокормиться сложно, много жрет очень. Много падла жрет. Я траву уже нахуярил. Ну-ка, ведь в ловушке не попался там кролик. О, есть, в одну попался. Оставим. Бегу. Я тут тоже голодал. Чисто на семенах вот эти птичьи уже обжил. Их вообще дохуя раскидано все время. Видишь, ты тут все мясо. У меня только половина еды, это самое голода. Так, что можно скрафтить там? Деревянную стену можно забацать. Можно вот такую вот поебатку сделать. Темная ночь. Оп. Только что-то там по степи. Так, есть какие-то камни. Могу отдать. Бать, я жру нахуй. Голодос. Прикинь, не восстановил, у тебя есть что-нибудь похавать? Не, у меня трава только. Можно жрать эти, блять, лепестки цветов. Это ты зря, кстати, так рядом построил, он был немного ниже, ну ладно. А чё? Ну тут, блять, всякие вокруг костра, типа эти исследовательские. Же не одна эта машина, там штук 5. Так. А я вот не знал. Дерево лишнее положено. Так. Файл. Надо. А золотые стволитки нахуй не нужны. Тут нам все пригодится. Так. О, день. Сразу идем проверять ловушки. Нихуя, нихуя. Компас нужен, рецепт и еще что-то. Нужно дерево или что? Make open the world, prototype board. Чё? Блять, топор сломался. Да вы суки.
Работаю за еду. Так, почему нельзя, интересно, доски сделать? А, это не доски, точно. Доски вот они. Какой-то гриб нашел. Кстати, у тебя это очень слышно звук из игры. Сейчас потише сделаю. А вообще можно потише сделать? Интересно, а ули можно ограбить без палева? Нет. Пчелы выскочат. Угу. Интересно, если я подожгу. Огонь, блядь! Чё там поджог? Я поставил стену из соломы, поджог. Огонь! Огонь и лопата, вот она лопата. Не копает. Мать, два золотых слитка. Ух ты. У нас как раз есть. О, какой-то прудик нашел. А, здесь алхимический нужен стол. Лягушки. Лягушки, лягушки. Лягушки мои. Для следующего прототайпа нам, знаешь, что нужно? 6 золота, короче. Надо еще золото. Тащить. Я когда я играл на новой версии, там нужно какие-то транзисторы на это. Интересно. Ищи золото, короче. Ну оно слева было. Но я ушел вправо, правда. Далеко-далеко вправо ушел. В поисках еды. В поисках пропавшего ковчега. Да. О, еще я вижу ягоды. Блять, я голодаю. Уже хавка. Я вот поэтому бегаю, сейчас ее ищу. О, блять, еще немножко я сдохну. Да, надо идти искать еду, а то сейчас я загнусь. Так, а что нам надо-то? Нам надо построить ловухи. Так, а эти тут зайцев нету. Зайса, зайса, ой, есть один попался. Опа. Сильно голодный, я сильно. Почти. Надо разделить еду, чтобы сдохнуть там. Сейчас, сейчас я смогу забаться что-нибудь. А семена жарятся? Да. Жарится. О. Их жру семена, сейчас на них семена считаю. I need food. Всем нужна тут. Не все способны ее заслужить. Сколько я кролик? Как разделить еду? Не знаю. Ну там один кусок мяса, как бы не стакается, по-моему. Просто выкинь мне кусочек. О, на, держи. Желе. О, нормально, живем. Нам надо казан, чтобы мы могли жачку готовить. Блять. Живем, блять. Тут еще птичка, блять, насрала. Семенами. Так, у меня есть еще какой-то гриб, ну-ка. Может быть.
Да. О, нихуя себе. У тебя, у меня есть трава. Блять, я ничего не вспомнил. Покидай дерево, у тебя есть? Да. Чё ты, блядь? Отойди. Лог 1 равняется 0. Да хуёво, эта стена горит вообще. Вообще не очень. Зайца зажарим. Захаваю. Ой. Надо больше хавки. О, на тебе эту самую морковку жареную. Так. Сделал травяное сердце какое-то. Не знаю, зачем нужно. А что она скажет? The beating with the hydra's heart, что-то... the ghost back to life. А, это походу ревайв. Порезал так, короче. Типа, жертвую свое хп, я чуть хп отнялось у меня, я сделал сердце из травы и жизни. Такие дела, братан. А это где-то в петле здесь сделал? Да, самое первое. Ну я сделал уже, не парься. Ты только жизнь потеряешь. Так. Что-то можно замутить. Что-то только нельзя замутить, я смотрю. Понять теперь, что нужно нам. Все, утро, пойду. Уже это ловушки ставить везде. Потому что так не дело. Кстати, да, мне сейчас тоже поставлю одну еще. Что-то куда-то кролики все делись, блин. Траву выкосили. Она вырастает, интересно? Да должна, если корень не убираешь, должна вырастать. Меня беспокоит, что кроликов нет. Что не глюканули, что не бегают. Блин. Так, я еще поставил ловушечку. Пошел камни, в общем, добывать. Да, давай. Так, а где они были? Ага, внизу где-то. Кроликов вообще не видно. Появились на Руси кролики. Ну, это хуёво, блядь. Что на них только и жить. Обычно до хуя. О, камней заебись. О, золотишко. А камни сажать, интересно, нельзя? Ебать. А, поломалась кирка. Все поджег, блять. Пожар. Че, ты на наш мегалес, что ли, сжег? Нет, другой поджег. Пойдет кролика вижу, он бегает собака. Эщес. Что у меня теперь ресурсы есть, понял. Так, ага, два камня осталось, ну-ка тут что? Ага, ладно, золотишко! Сколько у тебя этого разума? 121. Лучше, чем у меня. Ай, че такое? Сколько ты там говорил золота надо? 6, по-моему. 6, блядь. Мало. Там 2 есть. Ну, у меня тоже 2. О, все, 6. Ну, иди строй вторую хуйню. Сейчас. Сейчас, я пока еще тут. Побегаю. Да, ночью построим, придешь потом. Да, ночью все равно делать не хрена. Сидим, ничего не делаем.
Да, с хавкой надо что-то делать. Решить этот вопрос раз и навсегда. Ой, ебать, кто это такой? Ой, блять, на меня индюк какой-то кинулся. Ты давай полегче. А, не, не кинулся. Просто в мою сторону шел, прикинь, какой-то индюк появился. Ну да, бегает он такой, знаю. Жрет ягоды всякую хуйню. Я решил с ними не вступать в бой. Ты понимаешь, это чревато. Пиздюлями. О. Не, ловушечка. Сейчас уже жесткий вечер будет. Блять, топор опять сломался. Значит, так ломается быстро. Есть такая тема, да. Потому что здесь заканчиваются эти камни, с которых он крафтится. Морковка, надеешься. А это вот этот твой бегает тут? Кто, чемодан? Да. Кто знает, не знаю. Я его потерял, он вообще от рук отбился, съебался в пропасть. Чемодан, ты чё? Пошли со мной. Чемодан, пошёл. Чемодан, я тебя съем. Он не хочет со мной идти, он надо с тобой только пойдет. Хоть ну, бы рот... на базу привезти, пускай там суд. В рот ему ноги. Все, пизда, кирка сломалась. А не, смотри, он за мной. Так, где наша база? Ёб ты мать, бежать от нее. Бегу до базы, а то что-то уже темнеть начало. Что-то ты очкуешь, да? Угу. Вот кто-то сюда и стемнеет. Кролики попались нормально. Так, так, давай, давай, быстрей, пацан, пацан, беги. А чё, не горит костер? Ожигай. Все. Гори, гори, ясно, чтобы не погасло. Так. Давайте мне два золота. Хотя у меня уже что-то было. Так, это что надо сделать? Нужно два камня еще. Ага, камни были. Я их находил, вот они. Вот она. Burn, burn, faster. Алхимик, инженер, да, надо сделать? Да. А что ты говоришь, около костра можно и не около костра? Да поставь рядом со вторым, чтобы далеко не ходить. Так, вот 10, про 10 день поставь, да. Ха, это не аппарат. Так, и чё, можно теперь скрафтить-то? Ух, бля, сейчас с голоду сдохну еще. Срочно надо семена пожарить и сожрать. У тебя есть чужие? Так, у меня есть... три морковки. Сейчас пожарим. Блять, сожрал нечаянно. Ой, это я там вижу, кто-то покакал. С семенами. Full reverse low, говорит. Да, лоу, братан. Так, а че, семян нету? А, вот еще есть семена. Блять. Тебе нужно еще поесть? У меня есть. Не, нет, у меня хватает пока. Так, доски были. Так. Еще ловушка есть.
Так, что можем забодешить-то? Ое. Доски. А это что такое? Тренинг мастер какой-то. Что такое? Ты на измене? Меня что-то въебало. Ну? Ебать, ты чемоданов у нас наповал. Пригодятся вам складывать туда жачку. Всякую ненужную херню. Так. Ты камни все забрал, да? Что это за поебота? Тренинг мастер какой-то, че это такое? Чикснай. Я поставлю. Цени. Нихуясь. Я не знаю, че это такое. X-Mine Thermal Mouser. Походу градусник, чувак. А, ну похоже, похоже. Так. Что еще хотел-то? Ну, а, камни скинуть. Держите. И держите руду. Держите камнище. Кирпичи. Так, трава, трава. Так, нужно сделать кирку и пойти еще пока по-бырому. Захуярить. О, кролик попался. Отлично, цепляю. Так, здесь такая хуйня. Такую хуйню можно положить. Так, у меня еще есть одна ловушка. Надо сезу. О, лянь, два кролика бегают сезу. Отлично, сейчас мы их поставим сюда. Ловушечку для кролика. Еще больше нету жертв. Сделать еще? Мне могу сделать. Кого? А одну мне только на одну хватит. Одну больше. Ловушку, ловушку. Вот эта жопа, в нее можно прыгнуть, кстати, ты знал? Куда? Вот тут такая хуйня открывается. Ну. А я думал, там монстр сожрет. Ну да, хуй знает, может монстр. Я не прыгал. Ну там написано, прыгнуть можно внутрь. Jump war. Блять, опасно. Я не знаю. Ну, по идее, данжи должны быть как дьябли, типа, заходишь, там загружается. Я спускался в какое-то подземелье. Ебать, кролики бегают. Кролики-то уебывают. Сутка это страшно. Нам бы говна найти. Говна. Одно говно нужно. Типа, ты не видел этих буфало там, или свиней? Я еще пока. Вот с ним говно, они едят с рук, типа, можешь подбирать. Пизда. Надо около дома понасажать этих самых деревьев, около костра. Каких? Ну, обыкновенных. Чтобы это, как его? Ну, ночь, когда будет... Ты знаешь, что лучше? Ты, если видишь, короче, куст с ягодами, то ты его выкопай лопатой и принеси домой и посадим там, где-то с кустом. Да? О. Не вопрос. Это, конечно, не то, чтобы там сильно много еды, но тем не менее. Неплохая такая полянка. Ух, ебать, тут какая-то хуйта ходит. Че это такое? Глаз какой-то гигантский. Ну. Да. Агрессивный, не? Не знаю, я к ним не подходил. А, яйцо охраняет свое. Походу дело агрессивный, наверное.
резкий как понос. Быстро день заканчивается, ничего толком сделать не успеваешь. Надо спить бы назад вернуться. Так, ладно, все, побежал назад в пизду. Да ты что, не сажаешь? Ты сажай, блин. Нет, ловушку делал уже нет, все, а я поставил. Ну. Еще можно сделать ловушку? Ловушку делаю. Мудила! Мы тут золото подохнем, твою мать! Так, бегу. А бритвы траву будет быстрее срезать. Воротаюсь назад, а темнеет. Еще до хера времени. Пол вечера. Вообще. А как ты сундуки переставил? А, не переставил. Это я переставил. Ой. Блять. Это я просто повернул, а как поворачивать, интересно? А, во. Так, надо дровишек подкинуть. Ой, сейчас так показывает, типа температура опускалась. Так, нужно пожарить зайца. Опа. Семочки пожарим. Ты не видал, у меня есть зажигало. Жига. Блять, зацени, температура падает. Да-да-да. Градусник, однако, неплох. Да. Имеет сомнительное применение. Типа, если холодно, и так понятно, что стоит. Так, золотишко еще раскопал. А, у меня какая-то есть ловушка, не знаю, что это за ловушка такая хитрая, дроп. Что ее поставить-то? Как называется? Тел тайт херц. А, сердце. А, это сердце есть. А что, не стакается, а собака, ну ладно. Так, два куста, кстати, принес. Давай-нибудь. Тут посадим его, не знаю. А, блин, он дропнул. А что, другого цвета?